Всем привет, друзья, я рад вас приветствовать на канале Saybig Pro. Сегодня снова Far Cry 1. А в конце предыдущей части я успел забежать вот в эту херь, вылазить, смотреть, кто там, что там, я не буду. Я помню, что там находятся враги, с которыми я не очень хочу вообще пересекаться. Так, давай на Катерыле. Нихера, что за место такое? Это реально катакомбы какие-то. Так, там выхода нет. Слон какой-то. Твою ж... Пиздец, какой-то пиздец вообще, какой-то пиздец. Ага, еще и хп потерял. Охеренно я бегаю, слушай. А кто и откуда начинает стрелять? Для того, чтобы пройти, мне нужно для начала понять, кто в меня начинает стрелять. Так, давай поднимусь наверх, я хер знает. Бахает. У, гранат вообще ни хера нет. Это эти невидимые, что ли? Ёпта. Так, только теперь вопрос. Эти невидимые, они спрыгивают сверху, либо заходят через ту дверь. Так, бах, что-то один раз взрывается. Блин, визуально пока никого нет. Блин, тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, его расположение я понял. Блин, как персонаж резво спрыгивает с этих лестниц. Блин. Как я... Писец, я последние там несколько выпусков сражался с наемниками, то есть с людьми, и вдруг снова вот эти невидимые челики. Я не понимаю, что делать вообще. Давай попробую, не знаю, пойти назад. Может, здесь где-нибудь смогу гранаты какие-нибудь подобрать, я не знаю. Ага. Кто-то стреляет. А как понять, кто стреляет? Как я вообще это должен понимать? Понял. Так, есть тут что-нибудь? Ага, хорош, хорош, хорош. Кто стреляет, от... Понял. Так, перезарядочка. Быстренько, быстренько, быстренько. Я сюда зря пошел. Я, наверное, трачу время. Слева. Рядом, прям вообще рядом. Хорош. Но только мне это ничего не дает, правильно?
Я думаю, ничего мне это не дает. А, подожди, три гранаты разрывные. Так, слушай, это... А в какой момент я поднял три разрывные гранаты? Так, рация, пулемет. Я застрял. Я застрял. Отлично. Так, хер знает, я кого-то слышал. Но проверять, кто это был, я думаю, я не буду. Писец, я офигеваю. Я просто, я опять стреляю, страдаю в этой игре. Еще один, писец. Ай. Их еще и двое. Сука, и что с ними делать? Вот сейчас у меня ни одной... Да. Ни одной у меня разрывной гранаты. Ладно. Это Far Cry первый. Это нормально. На максимальном уровне сложности. Куда идти? Сюда. Так, давай попробуем еще раз. Допустим, убил, но тут сейчас будут остальные. Сколько я гранат поднял? Ни одной, охеренно. Опа. Явно тут есть кто-то еще. Блин. Казалось, что первого я уже завалил. Так, план мне понятен. Мне нужно вернуться назад для того, чтобы подобрать с этих типов осколочные гранаты, которые мне пригодятся в дальнейшем. Там еще второй должен быть. Которого, к сожалению, не видно. Охереть. Так. Блин. Мне казалось, они левее. Они типа немножечко в другой стороне. И ни хрена. Это сейчас вот что было? Чувак просто присел. Прикольно, прикольно. Прикольное задание новое. Вон он. О, сразу убил. Кто-то там. Ну, видимо, за стеной. Допустим. Так, 30 патронов подобрал. Допустим. Так, все остальные там же. Да, осколочных гранат у меня ни хрена нет. Того челика я завалил. Я точно гранаты с них... А вот три гранаты подобрал. Все, 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 все. Мне эти три челика, значит, вообще не нужны. Сейчас бы забежать сюда, и было бы отлично. А где вход? Я забыл. Я молодец. Я забыл, где вход. А... Вот он. Отлично. Все. Так, у меня есть три... осколочные гранаты. Я не знаю, как их там сейчас раскидывать. Для того, чтобы... для того, чтобы победить вот этих невидимок. Хорош. Хорош.
Пиздец, я его слышал, я его видел, но ни хрена не смог попасть, потому что он немножечко сдвинулся. Допустим, вроде убил. Так, для того, чтобы не убивать того, который приходит слева, здесь где-нибудь берем... Вот они, гранаты, отлично. Благо, тут были эти гранаты. Все, спокойно можно взять гранаты и пойти сюда, в эти катакомбы. А для того, чтобы не тратить свое время на тех наемников, соответственно. Откуда появляется еще один? Слева. Справа. Их двое. Сука. Блин, я его тоже видел. Ну в этот раз сложнее. Я потому что не смог убить первого. Если так пробежать. Я понял, просто так не пробежать. Подобрал. Обратно. Обратно в катакомбы. Хорош, пошли. Как кидать гранаты? Блин, как правильно, как четко кинуть эти гранаты? Не убил нихера. Слева. 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 По-моему, один, и, по-моему, он стоит. Слушай, интересно, он в этот раз решил постоять. Идет, все. Справа. Это он сейчас был? Блин! Я вообще просто охереваю. Ну я уже, у меня уже что-то уже пошло, уже что-то как-то стало лучше. Видал, да? Все, и давай обратно сразу. Вроде как он не должен меня стрелять. Да, отлично. Вообще даже с первым воевать не приходится. Но я опять не смог никого из них убить. Видимо, может, Грена далеко слишком улетает. Блин, минус хп. Да что ж ты будешь делать-то? Да сейчас-то как он у меня убил вообще? Что за жесть? Не знаю, я буду страдать. Сука, попадает в меня. Отлично, пошел нахер. А стрелять он еще в меня будет. У меня там проблемы посерьезнее намного, чем вот эти наемники. Так, не тратим хп, опускаемся потихонечку. Просто потихонечку. Вроде подзорвал даже сейчас одного. Пиздец, они все равно живут. Я вообще охереваю просто. Один снаряд. Может, просто без гранат, вот одним снарядом, я не знаю, бахнуть куда-нибудь? Я хер его знает, откуда они берутся вообще. Я ни хера не понял. Сука, есть. Слева. Слева.
Идет. Сука. Пиздец просто. Ладно, давай, я не знаю, что-нибудь попробую придумать, а потом продолжу запись. Ну, это будет просто вечно, мне кажется, продолжаться. Да, короче, появился вариант, верный вариант. Я пока что не смог, конечно же, пройти, но, потому что я один раз попробовал, а не 10 тысяч попыток использовал на эту всю хрень. Короче, спускаемся, уходим вправо, забегаем сюда, поднимаемся сюда, бежим до конца и садимся здесь. Садимся вот так в аккурат. Писец. Тихо, вот так. И ждем их здесь. Ну, в тот раз они не заходили здесь. Они зашли там, спереди. И все было хорошо. Зараза. Я до сих пор, я так и не понял, откуда они берутся. Да откуда? Да как? Я убил одного или нет все-таки? Короче, тут тоже есть лестница, поэтому нужно просто подобрать место, из которого я смогу спокойно сидеть и по ним стрелять. Давай туда. Окей, смотри, хорошо. Да блин, да ты что, ты что ты будешь делать? Че они такие звучат-то, я вообще не понимаю. Короче, они падают сверху. Я сейчас четко увидел этот момент, когда один из челиков упал сверху вниз, и я его, короче, уничтожил. Единственная проблема, что мне показалось, что их все-таки трое, а не двое. Вот этих невидимок. Поэтому я сейчас беру грены, я сейчас отбегаю вправо к той двери и пробую просто все закидывать гренами, потому что, ну, блин, я не знаю, что иначе делать, как по-другому поступать. Так. Вон еще, вон, видишь, сверху прибегает еще один. Какого хрена он оттуда прибегает, я вообще не понимаю. У меня был такой вариант, что я, когда взрывается вот эта вот крыша, я возвращаюсь сюда обратно, но меня здесь кто-то убил, я даже не понял, что произошло и кто это сделал. Теперь я понимаю, что это сделал тот челик, который появляется сзади. Пиздец, но тут никто не появляется, понимаешь? Вот кто? Вот кто сзади сейчас начинает в меня стрелять? Ох. Не знаю, просто пробую пробежать вперед. Я хер его знает. Просто вперед пробежать, на похер. Какого хера тут происходит? Что-то даже подобрал. Сука. Это просто, это, я не знаю, у меня уже истерика, это просто что-то невероятное, я не знаю. Но нет сейвов, нет ничего адекватного вообще, нет ничего людского, я просто уже как дебил бегу, у меня уже просто нет никаких вариантов. Потому что я ничего не могу сделать, вот просто ничего. Сука, я ничего не могу с этим сделать, вообще ничего. Не знаю, зачем я туда кинул грену.
Я хер знает, меня сейчас убьет, но я просто бегу. Был сейф. А та херь бежит за мной, да? Идет, да? Но я уже так, я уже чисто вот. Ой. Короче, я не знаю, выпуск, видимо, получился небольшим, но я так устал, писец. Я недолго это все проходил. Я сразу понял, что нужно куда-то забегать за угол для того, чтобы перестрелять этих невидимок. Но потом прошло еще, наверное, минут 10-15, я понял, что это ну просто нереально. Потому что их все-таки, походу, трое. И один каждый раз подбегает вплотную ко мне. Я не понимаю, откуда он подбегает. Ну, с того места, где я прихожу. Потому что там этот проход заваливается. И в какой-то момент вообще неожиданный. То есть, бывает раньше, бывает позже, появляется этот невидимый хер, который меня просто убивает. И в какой-то момент я понял, что надо просто попробовать по-тупому пробежать это все, и пробежал. Так что, если ты играешь в Far Cry 1, можешь пользоваться этим лайфхаком, который, кстати, я уже не первый раз применяю. Просто пробегаю вперед. Все, на похер, на абсолютный похер. Ладно, на сегодня я устал, продолжу в следующем выпуске, поэтому спасибо тебе за просмотр, ставь лайки, оставляй комментарии, подписывайся на канал. Это был канал Saybig Pro, видео также выходят на канале Яндекс.Дзен, ссылочка есть в описании. И игру ты можешь скачать по ссылке в описании к этому видео. Собственно, это та же самая игра, та же самая часть, тот же самый файл, который скачал и установил я, и играю в этот же Far Cry. Так что, если ты не хочешь искать там проблемные версии игры, можешь скачать у меня и спокойно играть. Все, скоро увидимся.